Дмитрий Снегирев подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Спасибо за участие в нашем эфире. Очень хотим от вас услышать ваше мнение по поводу вот этого. Ну, слушайте, зачем мы за вас будем решать? Вот ИПСО это все-таки российское или нет? Скажите, что вам показалось подозрительным в этих документах? Я вот в начале этого материала сказал, что лично меня очень смутило количество потерь. Там, кажется, 16 тысяч было потерь у Российской Федерации, что кажется просто безумием, учитывая, что 1000 в день они тратят там последние несколько месяцев. Ну, тратят, я имею в виду, погибает россиян на полях. И Украины там что-то 70 тысяч. То есть говорят, что вроде местами надо это менять и добавлять единичку к россиянам. Добрый вечер. Я благодарен за приглашение. Ну, давайте анализировать. Я все-таки аналитик. Начнем с оценок. Слива информации. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил о том, что так называемые засекреченные военные планы – это подделка и спецоперация российских спецслужб. Мнение Арестовича о том, что надо слить в унитаз, мы тоже услышали. Ну а теперь давайте мы, в принципе, послушаем мнение представителей Министерства обороны Соединенных Штатов. Так, например, помощник главы Пентагона Мигер отметил, что в результате утечки информации была обнародована чрезвычайно секретная, засекреченная информация, которая представляет серьезный риск для национальной безопасности США. Это очень засекреченные секретные материалы. Прямая речь Мигера. Теперь давайте анализировать, о чем идет речь. То, что, на чем вы обращаете внимание, на что обратили внимание все эксперты, это несоответствие потерь российских военнослужащих, заниженные потери российских военнослужащих и, наоборот, завышенные потери украинских военнослужащих. Ну так вот, это так называемый элемент отвлечения внимания на негодный объект. То есть российская сторона, прекрасно понимая возможность данного сценария, искусственно вбрасывает вот эту информацию. И все внимание экспертного средовища привлекается именно к этому факту, который якобы свидетельствует о российском следе. На самом деле речь идет о том, что Российская Федерация, ее спецслужбы таким образом создают так называемое алиби. То есть они дают понять, мы же не идиоты, мы прекрасно знаем уровень потерь, тем более официальные данные Пентагона – это 220 тысяч. Эти данные есть в открытых средствах массовой информации. То есть неужели кто-то, серьезный аналитик, будет считать, что российские спецслужбы могут пойти на откровенное шельмование данными, чтобы автоматически привлечь внимание именно к работе российской стороны? То есть это так называемый, я еще раз подчеркиваю, отвлечение внимания на негодный объект. Российская сторона таким образом пытается, скажем так, уберечь источник слива информации. А теперь давайте поговорим о тех, ну скажем так, угрозах, которые реально несут попадание в сеть этих материалов. Первое, это надо говорить о том, что операция многовекторная. Первый вектор ее – это направленный исключительно на внутреннего потребителя в Соединенных Штатах Америки. Не случайно, скажем так, попадание материала в сеть совпадает с несколькими знаковыми событиями в Соединенных Штатах Америки. Первое из них – это заявление Байдена о возможности баллотирования на второй срок президента. Второе – это судебный процесс над экс-президентом Соединенных Штатов Трампом. Теперь я объясню, какая взаимосвязь. Дело в том, что 21 числа января в доме Байдена были найдены секретные документы. Причем данная ситуация, она повторяется. Я напомню, первый раз секретные документы были найдены в Пенсильвании в офисе Байдена еще в ноябре 22 года. Причем часть документов с грифом «абсолютно секретно» относилась к событиям в Украине, Ираке и Великой Британии. То есть таким образом те люди, либо организация, которая стоит за сливом информации, дает понять, что это исключительно утечка информации, возможно, по линии администрации Соединенных Штатов. То есть играют на понижение роли непосредственно Байдена. Теперь по поводу Трампа. Причем тут Трамп?
Позиция Трампа по поводу военно-технической поддержки Украины, она известна, она более чем критична. Я напомню, в 2017 году самому Трампу американские спецслужбы выдвигали обвинения о том, что во время встречи с Лавровым было, скажем так, прилюдно определенная часть секретной информации. Второе, почему для американской публики часть документов с грифом «для внутреннего пользователя», то есть те документы, которые готовились, аналитические докладные, именно для командования Объединенных штабов, то есть исключительно имеют американское происхождение. Задача людей, которые сливали данные документы в сеть, это отвлечь колоссальный массив оперативных сотрудников на поиск крота внутри самих оперативных служб. То есть оперативные сотрудники будут заняты не противодействием российской угрозы, а, соответственно, поиском крота. А это отвлечение и финансовых, и технических ресурсов. Ну и, соответственно, это так называемая охота на ведьм, которая, ну, скажем так, приведет к определенным и политическим, и, соответственно, кадровым решениям. Кстати, ну, еще один момент очень интересный. Праздники в Соединенных Штатах. Пока политическое затишье, но я так понимаю, именно с этим было и связано вброс информации. После праздников, по всей видимости, эту тему начнут активно пиарить. Теперь какие угрозы еще несут данные документы? Дело в том, что, скажем так, создается определенное напряжение со стратегическими партнерами. В первую очередь, так называемый «пятый глаз», то есть объединение пяти стран, ну и, соответственно, спецслужб, в моменте обмена информацией. Плюс часть документов имеет весьма чувствительный характер. Это в том числе взаимоотношения с государством Израиль. Плюс часть документов касаются возможных закупок оружия ЧВК «Вагнер» у страны НАТО, Турции. Как вы считаете, скажем так, подобные данные не могут не вызвать определенных диссонансов среди стран НАТО? Третий вектор – это украинский вектор. Попытались сбить клинья между спецслужбами Украины и, соответственно, наших стратегических партнеров. Ни для кого не секрет, что колоссальный объем информации – именно развединформация, а это аэрокосмические съемки, технические перехваты идут от наших стратегических партнеров. Я напомню, первые документы, которые были вкинуты в сеть, продвигалась версия о том, что утечка могла произойти во время встречи украинской и американской делегации. И честь и хвала украинской стороне о том, что в данных документах не фигурируют планы о контрнаступлениях. Это говорит об определенном режиме контрразведывательных мероприятий украинской стороны. Именно то, что вы цитировали, Данилов заявил о том, что планы ЗСУ знает только 3, максимум 5 человек. Вот этот режим контрразведывательных мероприятий не позволил российской стороне узнать непосредственно планы Генерального штаба Украины. Но тем не менее, давайте посмотрим, какие угрозы несут для украинской стороны. Пентагон уже вынужден был заявить, что несмотря на публикацию материалов, для украинской стороны не будет никаких последствий. Ну давайте немножко, немножечко разовью вашу мысль. Вот мы общаемся с вами в режиме прямого эфира, и вот совсем недавно... Несколько минут назад появилась свежая информация. Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в этой войне. Что сказал заявитель, заместитель спикера Госдепа Видант Паттель? Он сказал, что я хотел бы сказать в целом, и вы знаете, что это не новость, так это то, что мы будем продолжать поддерживать Украину на фоне жестокой российской агрессии, сколько потребуется. Это как бы подтверждает вашу мысль о том, что, по сути, Российская Федерация точно ничего не достигла этим инцидентом. Это дает, Соединенные Штаты дают понять, что уровень обмена разведданными остается на прежнем уровне.
То есть это благодаря, опять-таки, пониманию стратегических партнеров, тех целей и задач, которые ставили перед собой российские спецслужбы. Я еще раз подчеркну, одна из ключевых целей и задач – это вбить клин между разведсообществом Украины, Соединенных Штатов и наших стратегических европейских партнеров. Вы думаете, не случайно появилась информация о возможности прослушки украинского президента? То есть пытались дать понять и украинской стороне, и, соответственно, стратегическим партнерам, что спецслужбы Соединенных Штатов ведут контроль не только внутри страны, но, соответственно, и за стратегическими европейскими партнерами, и, соответственно, украинской стороной. И честь и хвала и украинскому президенту, и, соответственно, украинским спецслужбам, и спецслужбам Соединенных Штатов, что данные, скажем так, элементы информационно-психологической операции были нивелированы на столь высоком представительском уровне. Да, тут важно еще отметить, что вот полностью согласна с вашей позицией о том, что задача как раз поссорить с союзниками, да, вот это ожидание контрнаступления в Российской Федерации создало некий информационный вакуум, у них каждый день какая-то новая тревожность, и, видимо, подобные вбросы очень, ну, они рассчитывали, помогут им в информационной войне. Я хочу вас вот о чем спросить, Дмитрий. Алексей Резников, министр обороны Украины, пригласил иностранных пилотов F-16, которые могут управлять этими штурмовиками, в Украину воевать с Россией. Как вы думаете, может ли подобный опыт быть осуществлен? Я вот вспоминаю здесь историю про американского пилота, очень титулованного, опытного, который как раз подобную волю изъявлял. И он вроде как в 16 и управлял. Я, к сожалению, его фамилию сейчас не вспомню, но история довольно на слуху. Что вы думаете, может ли быть такая практика? Может быть такая практика. Почему нет? Тем более есть существование иностранного легиона, есть упрощенный характер получения украинского гражданства лицами, которые принимают участие в защите национального суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Поэтому подобную практику надо приветствовать. Причем речь идет не только о самолетах F-16, но и, соответственно, о высокотехнологических образцах вооружения стран НАТО. Это, соответственно, и танки, и САУ, и системы РСЗВ, и ствольной артиллерии. То есть нам нужны специалисты, которые, будут осуществлять ремонт, выступать инструкторами, и непосредственно принимать участие в боевых действиях. Это нормальная мировая практика. В любой стране есть так называемый иностранный легион. Поэтому цураться, ну скажем так, опыта иностранных специалистов, которые хотят помочь нашей стране в моменте отражения российской агрессии, как минимум нецелесообразно. Очень, очень прагматичное и правильное решение министра обороны. Дмитрий, спасибо большое за интереснейшую беседу. На самом деле важнейший разговор. Очень много тем обсудили и получили ваши компетентные ответы на все важные вопросы. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был в эфире телеканала Freedom.